Друзья, всем привет! С вами Добров, играем в Фазмофобию. Вышло обновление, обновили фургончик. Теперь он выглядит немножко по-другому, более удобно. Добавили новых призраков. Так, что у нас по заданию? Присутствие ПМП, следы на соль и сфотографировать призрака. Погнали. ПМП, большой фонарь. И сразу сюда можно взять. Погнали. Подрубаем фонарь. Погнали внутрь. Здравствуйте. Где мы? Комната, по-моему, где-то вот здесь, да, с электричеством, с щитком. Его. О, череп, и вот тут должен быть. Ага, вот он, тут щиток. Отлично, ставим крылья. Зайдем, проверим здесь, что у нас тут туалет. На, дальше. Чё? Здесь проверим. Где-то недалеко, тут призрак бросает предметы. Здравствуйте. До свидания. Тут вроде ничего. Нет. Вот еще. Предметы, шмотки, хлам всякий. Отлично, еще пойду. Где-то наверху. Да, наверх. Валяемся. Свет сейчас подрубим. Вещей их не вижу, чтобы сбросил на лену сегодня. Пойдем до кухни, то есть здесь что-то есть. Не стоит никаких вроде пока призм. Инструменты. Есть что-нибудь есть? И что ли ничего? Или непонятно. Все-таки он где-то наверху. Свет вырубить наверх. Ну то комната.
Шкафчик что-нибудь есть? Дальше. Разбитое зеркало и больше ничего. Ладно. Здесь. А тут у нас своя температура. Своя температура, погнали. Тут что-то. Что за там за стеной? Инструменты разбрасывают. Извините. Угу, точно. Здесь он это разбрасывает. О. Так, данные, место положения. Вот наступил. Красавец. Держи МПшку. Погнали. Так, выход у меня вот здесь, да? Отлично. Короткий путь на выход. Погнали. Возьмем сейчас лазер, активность на восьмерку. Берем лазер блокнот, соль выкинуть. Погнали ставить лазер блокнот. И он там топает, капец. Поставить вот, вот сюда, там, так, на блокнот. Сколько брать? Там еще по заданию сфотографировать его. Так, берем камеру и ультрафиолет возьмем, там что скинем. Посмотрим. Тут у меня ванна. Шкафчики будем спрятаться. Камера у меня наша, да? А, здесь вот в уголок, наверное, так вот поставим. Отпечатки есть на полу. Отлично. Берем отпечатки, ставим. В блокноте он ничего не написал. Али за... за фотиком. Так, фото... соберем кости.
Сфоткаем на полу отпечатки и взаимодействие. Так. Вот, призрачную ауру вижу. Это не она, казалось. А нет, вот она все-таки есть справа, зло. Так, погнали. Идем в фотик. И распятие на всякий случай взять под страховки. Погнали. Это у нас хант. Обыщем твою хату. Череп там был, за что ли? Там. А, помню, череп там был, где они. Ой, здорово, бабка. Какая ты интересненькая. Дайте крестик. Будешь крещеной бабкой. Так, этот фотик бросаем. Что у нас там по снимкам? Шаги сфоткали, а следы? Отпечатки, ну, призрака запечатлели. В общем-то, все, у нас задание выполнено. Сейчас мы только вот возьмем фотик, еще один пойдем. Затем сходим, заберем, сфоткаем череп и заберем его, и дам все, и можно ехать. А че бабка сейчас рассердится и серпом по голову, горло по голове нам. Куда? Можно уходить. Давай их живем. Успеем. Гуля, всего доброго, до свидания. Гуля, кайфуля. Спасибо. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ладно. Что ж, друзья, на этом серию будем заканчивать. Подписывайтесь, прожимайте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Таким вот получился выпуск. На этом у меня все. Всем пока-пока.